Гунны оказали очень сильное влияние на составление и происхождение народов и культуры, соединяющей Европы, особенно во времена известного великого переселения народов в Средневековье, о чем мы пытаемся рассказать на таких мероприятиях. У нас в Европе историки говорят о том, что почти у каждого пятого европейца присутствуют гены гуннов, и многие из нас имеют схожие черты лица. К сожалению, в общеобразовательных программах присутствуют общепринятые факты и стереотипы об истории гуннов. Народы Европы и степных просторов Азии образуют единую цепь и являются потомками гуннов.